Всем добрый прекрасный день. Так, мы гуляем уже по второму, по третьему кругу. Это были девочки, теперь мальчики, щеночки, подростки наши. Погода у нас замечательная, и я тут, конечно же, каждый день привожу своих собачек в порядок. Так, утречка, мы выбегаем, конечно, такие красавцы, как есть. А потом моя коробочка, помощница, да, у меня тут все. Салфеточки влажные, резиночки, заколочки, расчесочки, в общем, все. Протираем глазочки, каждое утро мы это делаем и делаем новый хвостик. Ну, потому что волос растет уже достаточно длинный у каждого практически, и нужно убирать волосики, чтобы глазочки, ну, не слезились, ничего туда не попадало. Поэтому, ну, вот так, по одному, потихонечку, я вот они гуляют все, вот там. А я помаленьку их беру от каждого и начинаю заплетать и расчесывать. Ну, потому что нужно дать времечко им выбегаться, естественно. Тут не без этого. Так, вот так, да, вот так вот не очень хорошо ведет себя Жафрейка. А почему? Почему, я вам скажу. Потому что рядом со мной сидит вот такая вот девочка. Девочка померанский шпиц. Вот такая девчоночка Жафрейка. Так, все, веди себя хорошо. Да, вот такая вот девчоночка, которая приехала в нашу семью и будет у нас жить. Девочка взрослая. Ну, так случилось, что нужно было ей найти дом. Поэтому девочка у нас. Не будем ничего говорить, обсуждать, рассказывать там. Просто она живет у нас, и, естественно, потихонечку мы приучаемся, привыкаем. Да, вот так вот она тоже, да, реагирует. Но ничего, ничего. Сейчас мы проходим курс реабилитации, разбираемся с питанием, потому что есть у меня вопросики некоторые. Да, да, мой золотой вот так вот, все мои красотки. Привет. Вот, девочка в линьке, тоже с этим разбираемся. В общем, приведем, мой хороший Жафрейка, привет, солнышко, привет, родной. В общем, приведем девочку в порядочек, все нормализуется, будет красоточка. Ну, а пока она, конечно, вот со мной, вот здесь, Жафрейка. Ты мой золотой, все, я тебя люблю, да, вот такой любвеобильный мальчишечка. Ты хочешь поближе познакомиться, да? Да, девочка, дева, наша красотулечка, девочка. Пока она еще, конечно, нас она приняла очень хорошо, вообще даже никакой у нее не было, я не знаю, ни стресса, ни страха, ничего. А вот к собачкам, конечно, некоторые тут, ну вот им интересно, да, интересно, но когда некоторое количество собачек рядышком, ничего. Когда вот много, она немножко вот стрессует по отношению к собачкам. Ну, они же по-своему тут разговаривают, да, вот, поэтому вот так. Вот, девчоночка живет у нас, будет жить у нас, думаю, что все будет хорошо. Так, вот эти малыши наши вот здесь вот все бегают, играются. Детки у нас есть в продаже разные, девочки, мальчики, девочки. Так, вот такой Жафреечка уселся к маме. Привет, солнышко, уселся, да. И это любвеобильный мальчик, который всегда улыбается, всегда... Ты так некрасиво. Всегда доволен, всегда радостный. Ну, вот такой вот замечательный малыш ждет самую ответственную маму. Так, Оскар, Осик, да, вот так тоже, да. Все, конечно, общаются, да, ребятушки, все. Нельзя, не надо ее пугать, все. Ну, вот так вот, да, происходит реабилитация, что делать, да, привыкание. Ну, что сделаем? Ничего, мы привыкнем, у нас хорошая дружная семья, поэтому все будет хорошо. Так, Жафреечка, вот такой красавчик, поиск мамочек, папочек, красотун, шикарная шуба, просто потрясающая. Мальчишки, нет, не дерутся, а просто играются, да, ну, кто-то кого-то ставит на место обязательно. Так, красавчик, вот, красотунчик, Нолан прискакал, да, у нас солнце светит потрясающе. Так, где-то еще у меня, ну, в общем, все вот там вот гуляют, а девчонки вон там пищат, кричат, что им тоже надо выйти. Ну, вот, зеваем, да, ой, молодец. Так, вот мальчишки еще лежат, греются на солнышке. Встаем, не надо пока ложиться. Это Нильс, красавчик Нильс. Ой, мой хороший, все пришли к маме.
Да, вот тут мама со своей волшебной коробочкой. Ну, в общем-то, все нормально относятся к заплетанию, к протиранию глаза, к умыванию. Нет, нельзя. Так нельзя себя вести. Так вести себя нельзя. Все, все, ты молодец, хороший мальчик. Нет, нельзя. Нельзя. Так, Нолан, не надо подходить близко. Ну, вот да, так проходит реабилитация. Кто-то, скажем, быстрее привыкает, кто-то нет. Это такое дело. Ничего, ничего. Вообще абсолютно нет у меня никакого опасения. Девочка к нам привыкнет. Она уже к нам, к людям привыкла. Очень хорошо к нам относится. А к собачкам тоже привыкнет. Ну, так, так получилось. Так должно быть. Ничего никогда зря не бывает. Поэтому вот, вот так. Все детки находят именно свою семью, именно свою. Тот, кто там хотел кого-то, мечтал, разговаривал, думал, потом передумал, значит, так должно быть. Вот, вообще вопросов нет, я так всегда считаю. Вот, каждый находит именно свою семью, принадлежавшую именно им, да, и своего питомца. Так, что, друзья, я буду дальше продолжать. Вот, видите, солнышко, солнышко. Прекрасно у нас погодка, вообще чудесно, потому что мне нужно дальше продолжать. Вот лежит красавчик Дэнни, он еще не заплетен. Вот так вот носиком мы чувствуем ветерочек небольшой такой, но очень приятный, весенний. Да, вот он, улеглись мальчишки. Это мальчишки, так, кто там у меня? Ага, это Бантик и Нильс, и красавчик Дэнни, и вон побежал Оскар. Оскар у нас хозяин. Кто вчера видел, мы с ним очень смеялись. Он умеет копать ямы под посадку деревьев, картошки. Что вам нужно еще? Посадить, помочь. В общем, он умеет все. Ну, смешной, да. На самом деле он закапывал вкусняшку свою. Ну, мы смеялись, конечно, с ним. Ну, вот так вот мы. Детки, уже хорошая погодка, прекрасная, и каждый день, и это солнышко прям чудно-чудно на улице, поэтому мы выходим, максимально стараюсь гулять с ними, ну, потому что солнышко с зимы вышло и дает нам свои лучики здоровья и счастья, вот, поэтому мы вот гуляем. Сколько возможно. А возможно, стараюсь так, чтобы все они погуляли, ну, как можно дольше. Да, да, вот такие мои сладкие мальчишечки, девчоночки. Так, что, буду заканчивать. Нужно мне заканчивать наши утренние процедуры, расчесывание, заплетание. Все детки вот гуляют, пошли еще дальше там. Ну, и будем мы дальше продолжать свои действия, да. Вот такой же Фрейка в поиске мамочек-папочек. Девочки-мальчики, мальчики-девочки, йорки-шпицы-мальтезики у нас есть. Кого детки интересуют, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда рады общению. Если вас кто-то заинтересовал, пожалуйста, пишите. Вайбер, ватсап, телеграмчик. Вот прибежал Тимофейка. Оп, вот так. Нет, спокойней. Так, Тимофеечка тоже в поиске мамочек-папочек. Ну, вот так, да. Ну, что делать? Да, ну, вот так. Тише. Вот, все. Все, друзья, будем мы дальше знакомиться. Да, вот так. Ну, все, девочка наша, тихо, спокойно. Осик у нас вообще герой. Все. Да, все знакомятся, все. Ну, вот так. Все, тише, ребята. Спускаемся. Вот так. Ну, что делать? Да, так вот нужно знакомить, нужно, чтобы все принимали. Все, держу на руках, чтобы никто никого не обидел, конечно же. Да, вот такие мои молодцы. Да. Жафрейка. Все, дорогие друзья, мы будем гулять, заплетаться и реабилитировать нашу красотульчику. Пока.